Закладчика сообщницы задержали с поличным в Анапе. Каждому из них грозит до 20 лет лишения свободы. Сожители – 26-летний житель Анапы и 19-летняя девушка, задержанные сотрудниками полиции. Их обвиняют в незаконном обороте наркотиков на территории города-курорта. Обвиняемых задержали во время совершения преступной деятельности. Полицейские сразу по горячим следам изъяли наркотики из тайников. В общей сложности было обнаружено 11 закладок. Мужчину на время следствия заключили под стражу, а вот его сожительницы избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Уголовное дело уже направлено в суд.